Всем привет, друзья! Вы на канале Пир Есть. Сегодня приготовим ледяную рыбку на гриле либо в духовке. Как вам удобно? Пир Есть. Подписывайтесь, чтобы вкусно есть. У нас дождик. Готовим ледяную рыбку. Все граммы, литры, миллилитры будут, как обычно, в ссылочке в описании. Ледяная рыбка была очень популярна, да и сейчас она популярна, в советское время. А была почему популярна? Поскольку она была очень недорогая. В данный момент цена ее составляет около 1000-1200 рублей за килограмм. В чем прикол этой рыбки? Расскажу просто. Смотрите, у данной рыбки только основной хребет, больше ничего нету. Жабры я уже купил с убранными, то есть, соответственно, их не было. Вам обязательно нужно будет разрезать ее, убрать потроха и убрать жабры. Крови в ней нету, у нее белая кровь. Рыбка обитает в Северном Ледовитом океане. Чешуя есть? Чешуи нету, и чешуи нету, то есть и чистить не надо, в принципе. То есть вот такой вот стейк получается. Замаринуем его. Для этого нам понадобится оливковое масло. Ну так вот будем по три. По чуть-чуть. Рыбка очень вкусная. Я, честно сказать, еще не пробовал. Но по отзывам в интернете люди говорят, что у нее вкус как у креветки. Об этом узнаем в конце видео. Обязательно не отключайтесь для того, чтобы узнать полную информацию об этой рыбе. А если вы о ней знаете больше, чем я, добро пожаловать в комментарии. Расскажите, я готов учиться вместе с вами. Это смесь для рыбки. Я не стал ничего придумывать. Кота не разработала. Здесь у нас чеснок, лук, паприка, базилик, петрушка, черный перец, укроп, лемонграсс, розмарин, куркума, пожитник, каенский перец. В общем, такую смесь собрать самостоятельно достаточно будет недешево. Соответственно, лучше купить готовую. Это, конечно, не реклама. Но если вы хотите со мной сотрудничать, Котани, добро пожаловать в директ. Так, рыбку мы замариновали. Я даже думаю, можно ее будет закрыть. Так она лучше промаринуется. О, классно я придумал. Аналогично делаем с остальной рыбой. Честно скажу, рыбку купил по акции. Но она такая же свежая, как обычная. Была слегка примороженная. Делаем все аналогично. Масла много не надо. Рыбка у нас небольшая. Мяса здесь тоже немного. Присыпаем приправами. Закрываем рыбки, отправляем их мариноваться. Напомню еще раз, обязательно убирайте жабры. С жабрами готовить их будет неправильно и даже опасно. Отправляем нашу рыбку мариноваться порядка 20-получаса. Можно оставить на больше, ничего страшного не будет. Не отключайтесь, скоро будем ее готовить. Ее можно приготовить как на гриле, так в духовке. У нас сегодня дождь, еще подумаем, на чем будем жарить.
нам потребуется конфигурация средний жар, прямой, непрямой. Для того, чтобы рыба не прилипала к решетке, смажем ее картофелем. Да, картофель действительно помогает, чтобы наша рыба не прилипала к решеточке. Закрываем и прогреваем решетку еще пару минут. Рыбка у нас вот так лежит. Сейчас я ее буду раскрывать. Накрываем крышкой гриля. Будем готовить порядка 3 минут и перевернем. Посмотрим, как у нас рыбка. О. Глаза у нее становятся белыми. Это интересно. Так, надо аккуратно. Аккуратно не получилось, но ничего страшного, бывает. И опять бывает, и снова бывает. Немного некрасиво, но мы исправимся в следующей партии. Еще 1,5 минутки. Вау, 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 все готово. Вот такая вот рыбонька. А это наша развалюха. В следующей партии постараемся пожарить более аккуратно. Смотрите, гриль грязный. Его нужно обязательно почистить металлической щеткой, далее картофелем, чтобы не прилипало. Не отключайтесь. Пошла следующая партия. Давайте попробуем, начнем не с мяса, а с кожи. А если в духовку такую запекать? В духовку на температуру 230-250 градусов. Минут на 5. С одной стороны, потом перевернуть. Но я не знаю, в духовке не очень будет, мне кажется, переворачивать. Поставить можно сразу на 10 и на 250. И немного повыше. Будет отлично. Перевернем. О, так, по-моему, круче получается. Ребят, значит, вам так советую. Сначала жарьте на коже, а потом переворачивайте на сторону внутренностей. Так будет лучше. Кстати, заметьте, рыба пучит глаза, когда ее жарят. Это очень интересно. А? Еще бы. Конечно, ей жарко. Хвосты нам шлют привет и задираются вверх. Снимаем рыбку и с нетерпением отправляемся на представление блюда. Пришло время попробовать. Рыбка у нас зажаристая получилась. Полосочки от гриля прям видны. Давайте определим ее на вкус. Как говорят, она по вкусу должна быть схожа с креветкой, поскольку она питается планктоном. Попробуем.
Очень вкусно. Всем советую попробовать, выделить на это небольшое количество денежных средств и все-таки купить ее. Рыбка того стоит. Очень вкусно. Вот такую вот весьма необычную и очень вкусную рыбку можно приготовить у вас дома. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пир есть. Подписывайтесь, чтобы вкусно есть. Всем пока. Пока. Пока.